В Нижнетагильской филармонии не только большой отчетный концерт, но и выставка работ учащихся художественных школ Тагила. Пусть и в виртуальном формате. Впрочем, как видите, и выставку открывают музыкой и танцем. Солнце сегодня светит для вас. На художественных отделениях детских школ искусств и детских художественных школах города Нижнего Тагила в этом году обучались 900 юных художников. Они рисовали, лепили, вязали. Участвовали в выставках, конкурсах, мерились талантами. Сегодня мы чествуем самых успешных юных художников 2020-2021 учебного года. Графика и живопись. Авторы из 5 художественных школ Тагила представили на выставку пейзажи, портреты и натюрморты. Почетных дипломов удостоены 19 юных художников. Концертную программу открывает духовой оркестр «Серебряный дождь» детской музыкальной школы номер 3 имени Привалова. Пожелания успехов и поздравления в адрес юных музыкантов от Тагильской филармонии, от депутата областного законодательного собрания Владимира Радаева. Он передал музыкальным школам сертификаты и полезные приобретения от Управления культуры. Мне хочется два слова буквально сказать с гордостью о художественном образовании города Нижний Тагил. Это сегодня не только 10 детских школ искусств. Это более 200 педагогов, 90% из которых имеют высшую квалификационную и первую категорию. Это 3200 талантливых детей, половина из которых сегодня у нас лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов. Отчетный концерт не случайно проходит в филармонии. Это возможность юным дарованием сыграть на сцене, где выступают исполнители с мировым именем. Вероника Бурдукова сыграла экспромт Балакирева. Это произведение очень красивое само по себе, и оно зависит от красоты твоей игры. Как ты стараешься, как ты все вот этот проходишь этот труд, и чтобы зависит от своего желания. Чем больше ты стараешься, тем лучше. Юные музыканты не раз за вечер срывали овации и крики «Браво!». Впереди новые конкурсы и концерты.